200 студентов из 18 городов России этим летом работают проводниками пассажирских вагонов. Что же привлекает молодых людей? Романтика больших дорог или возможность заработать? Попробуем разобраться. Валерия Свинченко уже третье лето работает проводником. Будучи полноправной хозяйкой вагона, она обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров. Лишь чаем и приветливой улыбкой здесь не обойтись. Здесь у нас находится все наше детище, так сказать. Вентилятор, мы видим, работает ли или нет, кондиционер, микроволновая печь, кипятильник, дополнительное отопление, освещение, ручное, автоматическое. Павел Сиваев с улыбкой вспоминает свой первый рейс. Говорит, тряслись руки и бешено билось сердце. Это был рейс Москва-Адлер. Был запоминающийся, очень комфортный был состав, номер 202-201, который пускают летом. У нас были, получается, хорошие наставники, начальник поезда Нукри Хусейнович и хорошая проводница, которая как раз меня научила многому. Молодые люди прошли трехмесячное обучение и выдержали экзамен на профпригодность. Никаких послаблений для студентов железнодорожники не делают. Их обязанности точно такие, как и у штатных проводников пассажирских вагонов. Все лето студенты сопровождают туристов на полуостров и обратно. Пассажиры от проводников в восторге. Мои впечатления только самые положительные. Во-первых, доброта сопутствовала во время всей поездки. Угощали чаем очень вкусным, отвечали на все вопросы. И у меня никаких нареканий нету. Улыбаться, все знать и сохранять бдительность. Наталья Трембова уже больше 10 лет начальник поезда. За это время научила тонкостям работы не один десяток студентов. Знаете, работать со студентами, конечно, как бы нелегкая задача. Но в нашем случае моя бригада оказалась очень хорошей. Поезд из Москвы прибыл в Севастополь, а значит, у проводников есть время отдохнуть и подготовить вагоны к следующему рейсу. Как мы выяснили, работа непростая, но очень интересная. Люза Барситова, Сан Ибрагимов, телеканал «Миллет».